Я знал, что оружие мне пригодится. Сдавайся или умри, старик. На моего друга Грея напал этот предатель Эдвин. Я поручаю тебе избавить сэра Грея от осады и принудить Эдвина сдаться. Правосудие должно восторжествовать. Куда целиться, сэр? Мы идем! Натянуть тетиву! Солдаты на стены! О! На стены замка? Есть! Ясно? Ага! На стены замка? Есть! За тебя, господин! Мы в пути! Мои верные лучники, меняем дислокацию. Наши луки будут петь. Лучники идут. Мы готовы. Лучники, вперед! Смотрите в оба, ребята. Выпри свой любопытный нос дальше от моих дел, крыльцы. Выходим! Ой, давно пора. По местам, ребята! Мы идем! Мы в пути! Меняем дислокацию! Лучники идут! Мы готовы! Лучники, вперед! Мы готовы! Лучники, на изготовку! Смотрите в оба, ребята! Держите позицию, трусы! Нет. Наши луки готовы! Выходим! Ой, давно пора! Я не знаю, тебя отблагодарю! Я совершенно не ожидал нападения! Клянусь, что в будущем я буду более бить! Не бойся! Я расправлюсь с этим предателем. Люди, к оружию! Люди! Эдвин под надежной охраной и скоро предстанет перед моим судом. Я передаю его поместье тебе и сэру Вильяму. Также я поручаю тебе старый замок Эдвина, чтобы ты привел его в порядок и заставил процветать.
Работа будет нелегкой, господин. Это не замок, а выгребная яма. Крестьяне бедствуют. И к тому же крыс здесь больше, чем кочек на болоте. Я не знаю, с чего начать. Выберите товар. Выберите количество товаров. Выберите товары. 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 Выберите товары. Прежде чем мы начнем выполнять повеление короля и увеличивать население замка, я бы предложил как следует все расчистить и наполнить амбар. Выберите товары. Укажите частоту отправки. Выберите товары. Укажите частоту отправки. Выберите товары. Выберите количество товаров. Двойные рационы? Здорово! Работа остановлена, мой лорд. Крестьянин пошел по дурной дорожке, ваша светлость. В этом месяце еда не выдавалась. Выберите товары. Выберите количество товаров. Товар уже в пути, мой лорд. Выберите товары. Выберите количество товаров. Товар уже в пути, мой лорд. Выберите товары. Выберите количество товаров. Товар уже в пути, мой лорд. Выберите товары. Укажите частоту отправки. Работа остановлена, мой лорд. Выберите товары. Отправка будет отменена, мой лорд.
Люди приходят в замок. Выберите товары. Выберите количество товаров. Люди вас весьма уважают, мой лорд. Люди вас весьма уважают, мой лорд. Люди неплохо к вам относятся, господин. Амбар почти пуст, господин. Выберите товары. Выберите товары. Выберите товары. Отправка будет отменена, мой лорд. Люди уходят из замка. Выберите количество товаров. Выберите товары. Выберите количество товаров. Выберите товары. Выберите пункт назначения. Выберите товары. Выберите пункт назначения. Нужно золото, мой лорд. Вас недолюбливают, мой лорд.
Вас недолюбливают, мой лорд. Люди приходят в замок. Нельзя здесь строить, мой лорд. Ваша популярность растет. Люди любят вас, мой лорд. Люди просто боготворят вас, сэр. Земля слишком неровная, чтобы на ней строить.
нельзя здесь строить, мой лорд. Не хватает дерева, мой лорд. Люди просто боготворят вас, сэр. Работа закончена, мой господин. Разницу заметно сразу.